Привет, красотки! Сегодняшнее видео будет о новой тональной основе от Catrice, которая носит название Made to Stay Makeup 24 Hour Foundation. Именно эту тональную основу вы сейчас видите на моем лице, и оттенок мой 010 Nude Beige. В точно такой же упаковке, как и тональная основа Catrice Beautifying Foundation, есть помпа. Я делала отдельное видео для тональной основы Catrice Beautifying Foundation. Ссылку на то видео вы найдете внизу в инфобоксе. Запах ее, если честно, мне напоминает запах клея ПВА. Производитель обещает, что основа является водостойкой, и она обеспечивает плотное матовое покрытие без эффекта маски. Насчет матового покрытия на все 100% соглашусь. Нет никакого блеска, никакого сияния. Покрытие, которое она дает, является плотным, она легко скроет высыпания, она скроет какие-то несовершенства, неровную пигментацию. Насчет водонепроницаемости ничего сказать не могу, потому что под дождь еще я в этой тональной основе не попадала. Хотя нет, девчонки, кое-что я все же сказать могу. Эту тональную основу я однажды носила на тренировку, я потела, естественно. И в конце тренировки мое лицо явно не выглядело лучшим образом. Она легко тушуется и распределяется, но на моей коже она так и остается лежать маской на поверхности кожи. Она фактически не впитывается. Она явно заметна на моей коже. Насчет стойкости, девчонки, тоже не могу согласиться. На мне она начинает исчезать буквально через 3 часа, и начинает она исчезать достаточно странно. Она трескается. Я даже не знаю, как это объяснить. На поверхности кожи появляется какая-то неравномерная текстура, она проваливается в поры, становится еще более заметной. Она выглядит как театральный грим. Она, кстати, очень похожа, начинает плешивить и сходить с меня, как и тональная основа Instant Matte от Essence. Я вам сказала в видео ревью этой тональной основы, что стойкость у нее тоже оставляет желать лучшего, что она заметна на моем лице. Ссылку на ревью той основы я тоже оставлю внизу в инфобоксе. Так вот, девчонки, тональная основа явно не является моей самой любимой. Если вы эту тональную основу тестировали, пожалуйста, расскажите мне внизу в комментариях о вашем опыте с ней. И расскажите мне, пожалуйста, каким типом кожи вы обладаете. Спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, видео было вам полезно. Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще и до скорых встреч.